18 марта 2024 года, примерно в 7 часов 5 минут, на 544 километре федеральной автомобильной дороги Сызрань-Саратов-Волгоград водитель, управляя транспортным средством Ford Mondeo, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с транспортным средством Kia Sportage и транспортным средством ГАЗ. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир транспортного средства Kia Sportage скончался на месте. 5 участников дорожного движения доставлены в Камышинскую городскую больницу.